Всем привет! Получила я свой заказ Avon по 12 каталогу. Заказ был небольшой, но сейчас немножко обрадовал Avon тем, что открыли, видимо, склад в Новосибирске. И теперь быстрее, в общем, приходят посылки, чем раньше. Чему я очень рада. Но самое главное, чтобы на складе все было, а не так, как в Фаберлике. Что склады-то есть, но на них ничего нету. Так, ну давайте, наверное, покажу. Так, первое, что я заказала, конечно же, пену по фокусу. 130 рублей, по-моему. Как я могла пройти мимо новинки пены? Это действительно новинка, а не какой-то там перевыпуск. С ароматом ванили и карамели. Классно, мне очень нравится. Такой цвет приятный. Такой, как-то на камеру, ну, высветляет, желтым больше показывает, но он такой молочно-оранжевый. Я открыла ее, конечно же, уже туда свой нос засунула. Ого, очень классно пахнет, такой какой-то горьковатой карамелью. Классно. Буду с удовольствием пользоваться. 500 мл. И еще где-то, по-моему, в распродаже, в интернет, по-моему, распродаже, там на последнем шаге, еще вот такая вот пена. Самая моя любимая ваниль и инжир. Классная. Тоже что-то 119 рублей, что ли. Или 120 шла. Тоже решила взять. Там как раз у меня чуть-чуть не хватало до скидки 23%. Так, дальше. Из новинок я еще заказала вот такую вот мицеллярную воду. Свежайшая, кислородная, мицеллярная. На каждый день. Из линейки Clear Skin. Спасибо нашей Свете, Лане Светлане Трендсеттеру, что показала подробно, как ей пользоваться, что можно снимать макияж с глаз. Я думала, это будет что-то вроде тоника, но нет, это, как сказать, полноценная мицеллярная вода, которую можно из глаз и с губ снимать. Очень даже здорово. Сколько у нас здесь? 200 мл. Стоило недорого, 110 рублей. Ну, она, в общем-то, и в каталоге тоже 140 рублей будет стоить. Это тоже, считаю, нормальная цена. Так, дальше была скидка на по фокусу на серию NutraEffect 40%. И я решила себе взять двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Очень его люблю. Очень хорошо снимает макияжи, водостойкие. Ну, все снимает вообще. Я считаю, что лучше этого средства вот для снятия макияжа просто в природе не существует. Ну да, оно немножко жирноватое бывает, что пленочку там какую-то оставляет. Но все же я ему это прощаю за то, что оно очень хорошо работает. Так, и второе, я заказала новинку. Решила не брать в прошлый раз по фокусу, потому что очень выгодно было взять со скидкой 40%. Сейчас найду ее, чтобы вам... Это у нас трехфазное средство. Трехфазный омолаживающий эликсир с антиоксидантами. Вот такое вот одно нанесение, тройной эффект. Питание, гладкость и омоложение. Посмотрим. Такие вещи я вообще редко покупаю. Так, у нас здесь по-русски не бельмеса, как всегда. Действительно, он трехфазный. Классная пипеточка там есть. Нужно стряхнуть. Он у нас идет уже как антивозрастной уход для всех типов кожи 35+. Ну, мне еще нет 35+, но все равно, я думаю, ничего страшного. Такая вот пипетка. Так, сейчас я это чуть-чуть бы капнуть. Посмотреть. Слушайте, ну классный такой флакон. Пипетка такая добротная. Я буду, наверное, его использовать зимой. Ну, аромат такой еле-еле уловимый. Что-то вроде зеленого чая, что ли. Тут у нас еще идет праймер-кондиционер. Не знаю, как я его буду использовать. Утром или вечером, скорее всего, на ночь, но правда такой аромат интересный, какой-то необычный.
Или органовое масло. Вот, мне кажется, органовое масло вместе с зеленым чаем. Что-то такое. В общем, 30 мл. Я довольна, что я его купила. Буду с удовольствием пользоваться. Ну, сейчас посмотрим, как он жирный будет. Вот этот тут блеск оставлять или нет. Вроде чуть-чуть капнуло. Как он будет впитываться. Так, дальше. Заказала я пробник маски новой от Энью. Ну, я не знаю. Мне кажется, это будет простая глиняная маска. Что-то я не верю, что какая-то она будет там супер-пуперская, чтобы отдавать там за нее такие бешеные деньги. 500 рублей еще и за такой маленький объем. Так, что еще показать? Давайте сразу подарок покажу. В этот раз я, слава богу, не поторопилась заказать. А то я вечно в первый день закажу. Хотя у нас, как бы по моей группе, вообще воскресенье, последний день заказа. Но я бывает, что во вторник уже отправлю. А потом начинаются всякие акции. СМСки с кодами призов приходите. И я, как всегда, везде в пролете. В этот раз я решила тянуть до последнего. Ну, раньше как бы я всегда в конце недели заказывала, потому что клиентские заказы, клиентов всегда ждала. А в последнее время, когда только для себя, хочется уже побыстрее отправить все, как будто мне быстрее от этого пришлют. Ну, сейчас, может быть, так и будет, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, в этот раз я решила, думаю, посмотрю обзоры, у кого вперед придут заказы, может, что-то еще интересное увижу, закажу. Ну, и, в общем, пока я ждала, пришла мне смс-ка с кодом за заказ от 999 рублей, в общем, приз за 49 рублей. И мне пришел вот такой вот шампунь-гель для душа, Black Sweet Touch, мужской, в объеме 250 мл. И крем для рук, ногтей и кутикулы «Нежность алоэ». Из старой еще линейки 100 мл. Девчонкам, знаю, приходила сыворотка для сияния, для кончиков волос. Очень мне ее хотелось, так как я проворонила в прошлом каталоге. В общем, с планшета заказывала и... Она мне не сохранилась. В общем, по скидке не получилось у меня взять. И она у меня уже кончается. Очень надеялась, но пришел вот такой вот подарок, который мне, ну, в принципе, не нужен. Ну, как бы гель я отдам своему брату. Я ему уже сказала, что ему Эйвон подарок прислал. И такой крем для рук, ну, тоже, наверное, отложу на новогодних праздниках, кому-нибудь презентую. Как-то не очень он мне... Хочется им пользоваться. Так, дальше по распродаже я заказала увлажняющий крем для ног. Тоже лимитка прошлогодняя, зимняя. Очень классный аромат. Ну, за 50 рублей, думаю, вообще грех не взять было. Суперский классный крем. Так, дальше. Заказала я миниатюрку водички Little Black Dress Weekend. Так, сейчас найду ноты зачитать. Знаете, брызнула всего лишь один раз на руку. Оказался такой термоядерный аромат, что я даже не знаю. Я как бы задумывалась, ну, о приобретении полной версии. Но сейчас я не знаю, нужен ли мне такой насыщенный аромат. Он идет у нас цветочно-фруктово-древесный, корсиканский лимон, цветы апельсина и пачули. Ну, выглядит он обычно. Прямо очень-очень. Ну, сейчас немножко выветрился, но все равно его прям совсем чуть-чуть надо наносить. Ну, я думаю, что миниатюркой я, наверное, все-таки обойдусь. Но вообще аромат мне понравился. Особенно вот сейчас, когда уже подвыветрился. Очень даже приятный такой чувствуется цитрус. Так, и заказала пробники новых водичек. Attitude, по-моему, да? Avon Peace and Love Attitude. Кстати, понравилась мне водичка. Но я не стала ее полноразмерной версии брать, потому что лето уже закончилось, как бы. Она не стойкая, но пахнет очень приятно. По аромату мне понравилось. И Far Away Rebel. Тоже, наверное, приобрету такую вот миниатюрочку и все. Не успела я ее потестировать. Ой, очень приятный аромат. Со страницы тоже понравился. Хотя Far Away мне вообще ни один не нравится аромат. Но это просто супер. Там соленая карамель какая-то в нотах.
классный. Ну, сладкий, конечно, такой сладкий на зиму. Так, еще я заказала вот такую вот штучку. Сейчас покажу. За 130 рублей это у нас идет для ресниц. Ага, вот так вот, смотрите, открывается. Здесь вот такая вот щеточка. Иногда бывают такие туши. Вот как, например, последняя, вот это, кстати, новинка, да? Сразу отзыв на нее расскажу. Вот эта вот тушь. Она, в принципе, мне понравилась. Она густая. То бывают вообще такие жидкие, что невозможно накраситься. Ну, из-за вот этой вот редкой такой кисточки, она как бы склеивает ресницы, делает паучьи лапки. Хотя вот цвет я заказала синий, очень красивый цвет, насыщенный. В принципе, ложится все хорошо. Но вот это вот склеивание меня подбешивает, если честно признаться. И когда я увидела вот этот вот инструмент, я вообще обрадовалась. Ну, потому что не только такая тушь бывает, создает не очень хорошие эффекты, но и другие. И жалко выбрасывать из-за этого. И вот такая вот расчесочка. Металлическая она, кстати. Приходится я по старинке иголкой раздираю себе ресницы. Иногда попадаю в глаз, конечно. А вот это, я думаю, вообще будет супер. Ну, такая как бы хлипенькая, конечно. Стоила 130 рублей. Но не поверите, из всего заказа я больше всего, мне кажется, эту штуку и ждала. Мне казалось, что она мне нужнее всего на свете. Ладно. Так, дальше заказала у меня девочка румяна в оттенке, по-моему, нейтральный оттенок называется по-русски. Не буду сейчас каталоги искать, но они были самые светлые, остальные были как вообще темные, бронзовые там какие-то. Я открою, я думаю, она не обидится. Так, такой вот футляр. Солнце куда-то делось. И мы заказали самые светлые. Ну, не знаю, какие. Может быть, даже слишком светлые они будут. Ну, красивые все равно. Что-то, мне кажется, их тут совсем мало. Ой, какой красивый цвет. Ну-ка, давайте смотреть. Больше они на какой-то хайлайтер похожи, чем на румяна. Лучше, наверное, надо было что-то с красными, наверное, брать. Ну, вообще-то красиво. Не знаю. Надеюсь, ей понравится. 370 рублей они стоили. Ой, еще кошачий волос не хватало туда затолкать. Баночки мне. И я себе заказала по фокусу тоже шарики, только пудру. Вот так вот она выглядела. Тоже смотрела обзоры у трендсеттеров по этому каталогу, когда они заказывали. И вот эти шарики, ну, вроде как на картинке нарисованы побольше. Я думаю, если они будут вот такие мелкие, то я их не буду заказывать, потому что я не могу ими пользоваться. Они у меня набиваются в кисточку, потом разлетаются по всей кухне, потом я на них наступаю. Ну, в общем, это вообще беда какая-то. И вот в трех оттенках. Я, конечно, по привычке хотела самые светлые заказать, но они... Марина Свет в оконце канал заказывала тоже. Она вообще какая-то прям белая, прям супер выбеливающая. Я заказала себе натуральные. Давайте посмотрим. Оттенок Light называется. Так-то не выглядят. И там действительно уже большие шарики, как я вижу. Думаю, в целях экономии, может быть, все-таки я подружусь с шариками. Мне вообще нравятся шарики, вот как они выглядят, вот красивые. И упаковка, вот и сами по себе приятные. Ну, как-то почему-то пользоваться у меня ими не получается. Ну да, она вообще такая вот легкая. Смотрите, даже ее не видно на коже. Ну, а третий оттенок, наверное, потемнее будет для более смуглых. Я в этом году почти не загорела, поэтому мне самое то будет. Но я пока ее в запасы положу. Кончится моя пудра от Люкс, тогда уже достану. Как раз буду зимой пользоваться. Вот такой вот у меня был заказ, небольшой. Ну, сейчас думаю, вроде, может быть, осенью кто-нибудь активируется из клиентов.
Так вот, видите, только одна девочка заказала, и все. Вот, на этом с Эйвоном мы закончим. И хочу вам еще показать пару покупочек из Ифраше, наверное, чтобы не снимать отдельное видео, потому что там совсем мало. Ну, кому только Эйвон интересно, можете, в принципе, отключаться. Но кому Ифраше интересно, тоже покажу сейчас, что купила. В общем, пришли мне по электронной почте два предложения опять. Сегодня еще открытка вот такая вот пришла. Первое предложение было, в общем, при покупке от 290 рублей. Очищающий гель, полноразмерная версия, как я понимаю, 125 мл на выбор. Подарок. Вот, и я думаю, а вторая была... Так, это сейчас я вам скажу. Она еще действует до... у меня записано до 19 сентября. По кодовому слову верность можно получить вот этот вот гель, ну, при наличии, конечно же, у вас вот этой вот карты. И сейчас еще, ну, вот в бутике я видела, там акция, вообще очень хорошие цены. Я думаю, сейчас зайду, посмотрю, как бы, если опять будет все дорого и никаких скидок, то, ну, их нафиг, эти листовки, думаю, развернусь и пойду. И в общем, кто оформляет вот такую вот карту, и для держателя этой карты тоже прям на окне бутика была вот такая реклама: от 490 рублей покупка, значит, крем для рук вот с арникой, по-моему, тоже полноразмерная версия дается в подарок. Ну, я решила воспользоваться. В общем, хорошие там цены были. У Лили я видела, в запасах она хвалила молочко вот такое вот от Ифраше. Ну, я думаю, честно говоря, думала, рублей 500 стоит. Думаю, ну, если дороже 380, думаю, то 350 рублей, думаю, по-любому брать не буду. Но стоил он 314 рублей. И вот я взяла молочко, в общем. И вот такой вот гель для душа. На них тоже были акции. Блин, хотела обойтись без геля, но понравился очень аромат. И цена очень привлекательная была: за 400 мл 224 рубля. И у меня еще была вторая листовка, в общем, просто я ее распечатала с электронной почты. Там, значит, кодовое слово «Знание», действует она до 2 сентября. За покупку от 200 рублей давали предпремьера, в общем, новая туалетная водичка Mon Evidence. Тоже мне хотелось. Но я думаю, либо одной там, либо другой акцией воспользуюсь. Получилось двумя сразу. Хитрая продавец. Ну, кстати, сегодня хорошие были продавцы. Как бы нормально так, которые относятся к покупателям, а не свысока, как я уже до этого говорила. Ну, мне сказала, что, в общем-то, выходит вот такой вот набор, можно за 500 рублей взять. Я сначала вроде согласилась, а потом думаю, а придется тогда еще что-то покупать, чтобы по второй листовке получить подарок. Ну, в общем, решила, говорю, нет, мне не надо набор. Давайте меня разделите на две покупки, и будет подарок. Вот, и я взяла вот такое вот молочко. Это у нас миндаль. И что еще? Флердоранж. 390 миллилитров. Аромат мне понравился. Не все были представлены. Я бы, конечно, что-то другое купила. Ну, для меня вот пахнет черемуховым цветом. Почему-то классно. Может быть, флердоранж как раз. И гель для душа, магнолия. И белый чай. Тоже очень приятный, очень красивый вообще. И вот в подарок мне дали вот этот вот гель. 125 миллилитров я выбрала сама, она предложила на выбор. Слава богу, хоть все подарки были. Единственное, я говорю, вот с ассортиментом не очень большой выбор, особенно вот серии Plaisir Nature, по-моему, да, или как она там называется. Вот, это у нас глубоко очищающий гель для умывания Seba Vegetal. Классно, я очень довольна. И такой вот маленький ароматик. Я его, кстати, нанесла. Сам Evidence мне вообще не нравится. Меня от него прям тошнит. Я ж не могу. Но все равно вот что-то меня к нему потянуло. И вот эта вот версия очень оказалась приятной даже. Но она тоже сладкая. Но знаете, мне этот Weekend на другой руке, он все перебил вообще. А вот этот вот аромат
Ну, такой еле слышный остался на руке. Ну, приятный, понравился мне. Тут, кстати, написано ноты. Давайте я вам прочитаю. На сайте также есть какая-то акция там при покупке. Ну, при заказе тоже дают сейчас подарок. Здесь у нас эссенция мандарина, экстракт дамасской розы, экстракт ванили, эссенция пачули. Ну да, роза чувствуется. Ну, классный аромат, понравился. Так что, девчонки, заказывайте. Ладно, извиняюсь, что я тут в Avon с Ifroche еще встряла. Ну, просто не хотелось еще 3-минутный ролик, блин, 5-минутный какой-то снимать отдельно. Все, на этом все. Все показала, все рассказала. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.